Да. Вот приблизительно так летают и улетают вертолеты. Мы прилетели в Антипуэту. Здесь замечательный край. Здесь смотрите, сколько рыбных лодочек. И вообще здесь так просторно и свободно. Сегодня здесь день рыбака. В общем-то. Пошло. Друзья мои, мы находимся в поселке Антипуэта. Здесь рыбный поселок, здесь очень много рыболовов. И, в общем-то, сегодня мы празднуем также День рыбака, как вот совершенно недавно. Сегодня 5 августа 2012 года, и, как видите, здесь достаточно прохладно. Я нахожусь в куртке и даже не могу представить, что здесь происходит зимой. Но смотрите, какое красотище, какое раздолье здесь. И действительно, мы подлетали на вертолете, я увидел очень много красивых мест, которые мы пролетали, я видел чум, в котором люди живут, и, конечно, удивляет меня, что в такую дальнюю точку земли мы прилетели для того, чтобы праздновать праздник. Вот, смотрите, сцена вот так вот стоит, и здесь вот сейчас весь населенный пункт соберется и будет праздновать дружно праздник. Я надеюсь на то, что мы покушаем рыбы вкусные здесь, как всегда, и отправимся назад в Тазовское. Ну что ж, переключайтесь. Мы только что приземлились в аэропорте Тазово, и вот на этом вертолете мы летели почти час с лишним, и достаточно комфортно летели над болотами, над лесами, и внизу была непролазимая почва, по которой даже пешком не пролезешь, не пройдешь ни на лодках, ни на велосипедах, ни на чем, в общем-то. Вот и со мной мои бессменные друзья, естественно, это Елена Лафтандер, великая несравненная артистка всей Руси. Пожалуйста, вот у нее начинается тур. Приезжайте в тур, приезжайте на тур, в турне. Анна, душечка, пословица. Светлана, великая, распрекрасная. И девочка с севера. Ну, она... Да, в общем-то, вот такая вот девушка нас замечательная встретила. И на ее хрупкие плечи сели мы вчетвером и прокатились, получается. Вот, спасибо, и рыбы наелись. В общем, мы очень счастливы, нам хорошо. И действительно, здесь природа очень красивая. И вертолет, это все прекрасно. Всем счастья, любви, здоровья, денег, как говорится, побольше. Всего самого доброго, самого лучшего и нам того же. На полчаса позднее. Тишь и гладь. Вот такая тишь и гладь распространяется здесь. И мы в этих просторах чувствуем себя, как лебеди белые на взлетной площадке. Зависть и злоба раздражает и убивает людей. А мы святые люди! И мы желаем вам быть такими же. Улыбаться, любить природу, людей, конечно же, себя. Ой, туманы мои, раз.